Что-то я поголодалась. Тогда давай съедим вафли. Они бывают сладкие, а бывают с мясом, с сыром, с тунцом. И сегодня мы научимся их готовить. Это льежские вафли. Это бельгийский популярный десерт сладкий. Это голландские вафли, которые называются стропвафли. Они тоже сладкие. Это брюссельская вафля. Она может быть как сладкой, так и сытной, так как в ее составе нету сахара. И это сэндвич вафля. Она может быть только в сытном варианте. А с чем бывают сытные вафли? Сытные вафли могут быть и с курицей, и с мясом, и с рыбой, и с колбасами, и с сырами. Сладкие вафли, конечно, с фруктами, с мороженым, с различными топпингами, там, с шоколадом, например, со сливочной карамелью. Мы будем сегодня готовить льежские традиционные вафли. Для этого нам понадобится сахар, мука, яйца, масло, дрожжи, соль, молоко и в конце приготовления жемчужный сахар. А почему вафли так называются? Вафли обязаны своему названию, голландскому слову «wafer», что означает «медовые соты», потому что, как мы видим, вафли по своей форме и рисунку напоминают медовые соты. Теперь тесто у нас готово. Его нужно поставить в теплое место, чтобы оно настоялось. Я пробовала вафли с мороженым. А у вас какие любимые вафли? У меня любимая вафля с рыбой. Это очень вкусная вафля. Тесто у нас поднялось. Нам нужно добавить жемчужный сахар. Его уникальная особенность в том, что при тепловой обработке он не тает и остается хрустящим. В нем шарик. Тесто теперь мы сформовали, теперь ему нужно постоять еще полчаса, и далее мы будем заниматься выпечкой. Вот пример сытной вафли фишброд. В составе красная рыба, овощи и сливочный сыр. А в основе брюссельская вафля. На ней даже можно сделать пиццу. Где появились первые вафли? Точное происхождение вафель никому не известно, но первое упоминание о вафлях было еще в Древней Греции. Изначально это было питанием бедняков, и его использовали на народных гуляниях. И уже позже, когда немецкие и французские кондитеры внесли туда ряд существенных изменений, это стало изысканным лакомством, которое могли позволить себе только очень обеспеченные люди. Все-таки самые мои любимые вафли с мороженым. Сытно пообедали несколькими видами вафель и даже взяли парочку с собой. Наташа Рожкова и Маша Абрамова.